Надевают на голову. Это туфли для мальчика. Их два, правый и левый. Это зимний комбинезон. Его носят зимой. Это осенняя куртка для мальчика. У нее есть капюшон. Это гольфы. Их надевают, чтобы не поранить ножки обувью. Это перчатки для мальчика. В них каждый пальчик одет отдельно. Это блузка. У нее есть рукава и пуговицы. Это ботинки для девочки. На них есть змейка или шнурки. Это пижама для девочки. Она мягкая. Это зимняя шапка для девочки. Ее надевают, когда холодно и идет снег. Это пижама для мальчика. На туловище надевают рубашку, а на ножки – штанишки. Это рубашка с длинными рукавами. Ее шьют из ткани. Это рубашка с короткими рукавами. Она легкая. Это юбка. Ее шьют из ткани. Это плащ. Он защищает от ветра и дождя. Это халат. На нем есть карманы. Это осенняя шапка для мальчика. Ее надевают, когда идут на улицу. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда очень холодно. Это сарафан. Он может быть широким или узким.